В начале следующего года архив Андрея Тарковского привезут из Лондона в Россию. Напомним, что документальные материалы режиссера были выставлены на торги 28 ноября. Ивановская область заплатила за архив более 1 миллиона фунтов стерлингов. Но только сейчас, в конце декабря, регион стал полноправным обладателем архива Андрея Тарковского. Все юридические процедуры, связанные с выкупом, наконец-таки завершены.